товарищи! Убийца. А почему дверь закрывается? Это что, закрытое заседание? Можно... С какой радости? Кто решил, что закрытое заседание? Да, срезу вас информацию. Скажите, пожалуйста, почему закрытое заседание? Заходите. Средства массовой информации должны быть. И на основании суда принимает участие. Но мы сейчас имеем право присутствовать, даже не подавая ходатайство. Просто принимают участие те лица, которым разрешено на основании определения суда. Сейчас этот вопрос будет поставлен на рассмотрение. Отлично. После рассмотрения, если не будут возражать участники, то возможно. Но я могу устное ходатайство подать о том, что телекомпания НТН желает присутствовать в открытом заседании. Журналисты имеют право присутствовать на заседании суда без камеры и без фотоаппаратов, если я вы это решили. Я имею право ограничить присутствие всех, потому что маленькое помещение. Мало того, что... Но это не может быть основанием, это не аргумент. Законом это не предусмотрено. Давайте не будем спорить, мы сейчас выясним, как все положено. А закрывать двери не надо. Все хорошо, мы ждем вашего решения. Закрывайте.